мы можем сказать самое главное, самое простое, что изначально, когда планировался центр города, когда строился еще Тургеневский мост, когда планировалась площадь, когда готовилась площадка под Тургеневский театр, эти все документы есть на площади. Изначально уже тогда, когда проектировалось, что здесь не будет трамвая, улица Ленина была признана. Причем это согласовывалось, в те времена очень сложно, через ЦК-парки и так далее, что это будет пешеходная зона города Орла. Поэтому вот эту нашу любимую, как говорят европейцы, рухлядь, это надо просто беречь, потому что они умудряются из любого квадратного метра, да, вот мы все ездим по туристическим поездкам, делать какую-то красоту. А мы даже то, что у нас есть, умудряемся как-то все потихонечку принизить и унизить. У нас великолепная культура, у нас есть что сохранить. И по, вот, на каждом камушке можно написать, что здесь гулял Анна Кен, здесь приезжал этот самый Тургенев, здесь ходил, прогуливался, приезжал Пушкин и так далее. Здесь единственное, что нужно сделать, поднять ее новичка. Просто некачественно укладывать. И нормально. А чем долго? Велосипедная дорожка дополнительно не нужна. Здесь наоборот притормаживает. Самый резкий угол наклона именно вот этот отрезок. Они спускаются вот тут спокойненько себе. Ну вы смотрите, вот тут родилась эта плитка, которая там. Если идет. Они разгонятся, и куда она вообще сделать им дорожку, ну, вот, они просто вот будут травмировать. Смотрите, Валентин. Посмотрите, вот здесь, сколько лет лежит у нас вот это вот на мосту. Вот, вот это мост, а вот это брусчатка шикарная, а вот это есть у меня, а вот это... А вот улица Ленина, видите, а наверху. Разговор о том, что вот эти вот бомбы убрать. Был разговор? Да, и по центру и положить брусчатку. Нет, ну что, это проезд какого-то спецтранспорта. Это что такое? А дальше? Лимузины администрации? Это что? Наверное. Спецтранспорт. Ну что это такое? Нет, для помещения. Пока, мы здесь все за. Ну при чем тут спецтранс? Конечно. Посмотрите, как несут эти ящики. Я с удовольствием сделаю запрос. Я почему хочу всех послушать, потому что исторический центр рекреационной зоны. Есть, оказывается, тут еще какие-то изменения в закон, как мне сейчас сказали, которые внесены, что это может делать. Да нет, она и будет. Давайте мы об этом поговорим. Давайте мы вместе составим обращение, может быть, ко мне. Я вынесу, естественно, потому что я не то, что считаю так же, но, естественно, мы все вместе одна команда с вами. Я это вынесу на сессию областного совета, если вы меня... Если успеете. Да, уполномочен, а да. Сессия областного совета... 14-го окончания приема заявок. В городе делать нечего. Во-первых, надо только свидетельствовать. Кто-то свидетельствует. Вчера. Вчера какая? Дорога на Мерсанске. Вот занимайся. Мы об этом подумаем. И в понедельник, на планерке. У губернатора, особенно вот у Николая, а вот то, что положили лет 5 назад. Что так? Вот занимайте. Вот ты, а это веками лежит, потому что это деньги. Вот они там разделились, ну, как котлет, 50 миллионов, так 50 миллионов. Пусть они их заберут. Деньги фантазии. А если нет возможности, Елена Викторовна, позовите. Не, Валентин Викторовна, почему это, почему они хотят прощаться? Вон на гостиный дом. Пусть потратят эти деньги туда. Лиза Калитина, да даже уже люди не против. Все. Вот и дом, ручки. Пусть делают, что хотят. Вот там пусть сделают. И вон там пусть. Вы видели, как пустил Лиза Калитина? Он как был, так и остался. Ну что, его ничего не сделал? А гостиная один, центральная улица проедет. Ну, гостиная так и осталась. Потому что это деньги. Потому что это деньги. Ну, пусть туда. Нет, ну там, реально определена. Ну, что это не будет, я себя в карман беру. Конечно, что делать? Зачем? На площадке будут проблемы. Если начнут ее демонтировать, здесь будут посадки. Посадки будут однозначно. В Орле только общественное мнение может делать просто чудеса. Ни депутаты, ни чиновники, никто. Только общественное мнение. Давайте быстрее лезть, как-нибудь лучше наружу подходишь.
Давайте два предложения, каждый на работе положил. У нас петиция уже есть для сохранения вида. На имя Девушка, извините, скажите, пожалуйста, вам удобно ходить по брусчатке на каблуках? Да. Спасибо.